Переехавшая из Сарагаша в село Таскен Назипа Алибекова рада была услышать, что здесь есть школа. Однако, увидев глазами переполненные классы, радость мгновенно улетучилась. Да еще вдобавок ее внука в школу не взяли. Школа, оказывается, 9-летняя, не средняя, в классах тесно, да и директор не принял внука. Говорит, нужно собрать документы. В здание бывшего детского сада школа переехала в 1991 году. В новом учебном году 700 школьников будут учиться в две смены. Катастрофически не хватает классов. По словам руководства, учебное заведение к началу занятий полностью готово. Однако заменить разбитые окна то ли времени, то ли средств не нашлось. Скоро все окна заклеим с двух сторон целлофаном, а насчет разбитых окон мы нашли спонсоров, теперь их заменим. Это хорошо, что спонсоры для завершения подготовки здания нашлись. Одно неясно, куда делись деньги, которые выделяются на подготовку школы из бюджета. Вопрос остался без ответа. По планам местной власти в селе Таскен строительство школы нового типа начнется в следующем году. Буквально на сессии Сайранского районного маслихата выделили на разработку проектно-сметной документации новой школы 4,5 миллиона тенге. До конца этого года она должна быть готова. Если главный документ пройдет государственную экспертизу, то строительство новой школы начнется в 2014 году. Жители села Таскен надеются, что пока подрастут их маленькие дети, то и школа на 1200 мест будет построена.